любишь заниматься на каникулах? Как чем? Конечно же, читать книжки. А ты, Валера? Ну, уж точно не книжки читать. Я же не сумасшедший. Я буду играть в компьютерные игры. Валера, да ты так не каждый день играешь. Ну и что? А мне нравится. Кстати, я не один такой. Ребята, ставьте лайки, кто любит играть в компьютерные игры. Вот видишь, Юля, как нас много. Будет с кем поиграть на каникулах. А теперь поставьте лайки те, кто любит читать книжки. Смотрю, Валера, и любителей почитать немало. Но нас больше! Давай не будем спорить, кого больше, а лучше посмотрим новогоднюю сказку «Морозко на новый лад». В лесу тишина, мир да покой. Нынче настал век цифровой. Нечисть по тропам лесным не гуляет. Кто заблудился в лесу, не пугает. Что же такое произошло? Нечисть лесная сидит в телефонах, айфонах, айпадах, планшетах, смартфонах. Злодейство творить наскучило им. Сидят в интернете все как один. Я бабьяга костяная нога, новости в интернете читаю, с подругой ВКонтакте всю ночь болтаю. А я кикимора болотная, готовлю зелье приворотное, свой блог с рецептами веду, читателям свои советы шлю. А мы с Кощеем любим поиграть, по вечерам мы бьемся в Counter-Strike. Меня пулит из автомата, та-та-та, а я в ответ бах гранатой. Зависли мы в инете так, что только клавиши стучат. Давайте мы детей научим с утра до вечера не спать, не пить, не есть и не играть, с друзьями не ходить гулять, смотреть в экран, глупеть, всех ненавидеть и света белого не видеть. Ну, как вам план? Отличный, превосходный план! Наконец, под Новый год подарочек нам! Противные дети, все как и мы, зависнут в интернете! Праздник не увидит в Новый год, и каждый в телефоне время проведет. А ну-ка, гайчики, вперед! Хотелось бы быть похожими на них.
Валера, никогда не поздно исправиться. Кстати, а что ты загадал Деду Морозу на Новый год? Игровую приставку Sony PlayStation 4. Опять ты за свое. Покрытый полярный пушистым мешком, стучит Дед Мороз ледяным посошком. И ветвы деревьев летят, как хрусталь, и тают снежинки в ладонях. А жаль, серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. Но я не печалюсь и я не грущу, снежинки я в октябрь дом не пущу. Вам выйду навстречу и вальсик кружать, пусть лягут на плечи снежинки и искрят. Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. Наверное, сумеет снежинкам помочь. И звезды в ночи улетят, а не вы. И в лесном пути продолжит я жить. Ну вот и все, теперь готово. Мешок подарков уже полный. Пора к детишкам нам идти и всем подарки разнести. А это бычок, мой помощник в этом году. Дедушка, а где же наша Снегурочка? А Снегурочку я на каникулы отпустил в Антарктиду к своей тетушке Морозушке. Пойдем по лесу, добрый путь, успеем летом отдохнуть. Ну вот опять я заблудился, мой навигатор заблудился. Ну вот, не ловит связь в лесу. Как быть, никак я не пойму. Дед Мороз, тебе я помогу, свою смекалку подключу. Так-так, сугробов тут побольше, тут кроны. Да и веток больше. Странные следы. Такие лишу. У лешего и бабушки-яги. Пойдем, бычок, мы по следам. Они помогут выйти нам. Здравствуйте, детишки, трусы и плутишки. Разбойники, лентяи, врунишки, шалопаи. Драчуны, вреднюки, воры и бандюги. Нытики и ябеды, хлюпики и жадины. Мы компания пользователей продвинутых, всеми в лесу покинутых. Никто с нами не играет, и новости не обсуждает. Сидим одни в интернете. Ну, составьте компанию, дети. Заходите в соцсети. Родители, не слушайтесь. Не пейте, не ешьте, не кушайте. К
Книжки не читайте, мозг не напрягайте. Здоровью чтение вредит, а чтение башка болит. Здравствуйте, ребята, мальчишки и девчата. С Новым годом вас поздравляю и только доброго желаю. Будьте здоровы, учитесь на пять. Прогулки с друзьями нельзя забывать. Лыжи, сноуборд, санки, коньки. И все за мной на перегонки. А вы, злодеи и лентяи, плохих советов надавали. Детям головы морочите, да чего вы только хлопочете. А мы, между прочим, то спортом занимаемся, снежками кидаемся, на снегу валяемся, в пруду купаемся, сосульками объедаемся. Вот и посмотрим, как вы спортом занимаетесь. Вот кто снежочек мой поймает и загадку отгадает, тому приз. А что это? Сюрприз. Изобретение 21 века очень полезное для человека. Любой информацией он обладает и щедро по запросу нам дарит. Наш старый добрый друг на полочке пылится. Возьмите и откройте, вам точно пригодится. О, я знаю, знаю! Это книга! Мужчина видный и крутой, седой, красивой бородой. Это же ты, Дед Мороз! Загадки мои вы отгадали, надежды мои оправдали. А вот и презент. Один момент. А где же мешок? Кто ж его уволок? Вот я старый растяпа. И я прозевал, никого не видел. Не расстраивайся, бычок, мы обязательно отыщем подарки. В одной деревне жили-были старик, его новая жена со своей дочкой Марфой и родная дочка Настенька. Не любила мачеха Настеньку, заставляла много работать, а свою дочку Марфушеньку берегла и баловала. Наська! Наська, где тебя носит? Да, матушка, что изволите? Опять бездельничаешь? Ты уроки за Марфушеньку сделала? Да, матушка. А щи сварила? А полы подмела? А посуду вымыла? Да, матушка. Бездельница такая! Маманя! Я есть хочу! А пусть Настя в лес за бургерами сгоняет! Да чтоб трехэтажных! А еще землянички хочу! Да чтоб свеженькой! Что стоишь, как вкопанная? Иди в лес! Да набери там бургеров и земляники свежей! На, вот тебе корзинка! Ага. Ну, как я пойду? В декабре не растет земляника. И бургеры в лесу не растут. А на меня это не волнует! Ага. Батя Михалыш! Ну что стоишь? Иди! Но у меня валенки совсем прохудились. А зачем тебе валенки на твои кривые ножки-то? Народ смешит! Ладно, пойду босиком. Или тебе сапоги можно еще купить новые, лентяйка?
Мама, я что-то устала. Включи ко мне дом 2 поглазеть. Видно, суждено мне погибнуть под самый Новый год. Злая мачеха решила свести меня со свету. Такую задачку загадала. Как же здесь холодно и страшно. Да, офигенские нынче дети подарки заказывают. Да, то, что надо. Ой, посмотрите-ка, чего там еще в мешке есть. А то я конфет-то наелась на лет 300 вперед. О. Ха, ремень какой-то. Книжки. Книжки. Даже меж страниц Дед Мороз денег не положил. Вот старый жматяра. И на кой нужны такие подарки, в которых заначки нет? Да ну ее, выкидывай. И кто ж мог заказать такой идиотский подарок? Не выкидывай, бабушка, отдай мне ее. Что? Бабушка? Да мне всего 308 лет исполнилось вчера. Ну извините, тетенька, отдайте мне ее. А ты кто будешь? Ты почему здесь одна зимой в лесу? Никак приключения на свою голову ищешь. Ну что вы, приключений мне и дома хватает. Злая мачеха отправила меня в лес за бургерами и за свежей земляничкой. А давай-ка мы тебя съедим, земляничка ты наша сладенькая. Ах, вот вы где, разбойники! Да я сейчас вас всех заморожу! Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Зачем в зимний лес пожаловала? Тепло, батюшка, тепло, морозушка. А пожаловала в лес я за бургерами, да за свежей земляничкой. За земляникой? О-о-о! Ну, рассмешила! А бургеры, чего это? Не слыхала о диковине? А мне не до шуток. Злая мачеха послала меня в лес. Приду безнаказанного, косы мне все повыдергивает. Ну ладно, девица, помогу я тебе. Но чтоб зимой земляника выросла и зацвела, тут волшебство нужно. А бургеры, авось и без них обойдемся. Ну что, бычок, поможем красавице? Поможем, дедушка, как же не помочь? Thank you.
Настенька, держи лукошко с земляникой. От меня прими сапожки новые. Не дело зимой босой ходить, простудишься. Спасибо, бычок, спасибо, Дед Мороз. Вовек не забуду вашу доброту. А у меня, Настенька, будет тебе просьба. Не поможешь ли Новый год провести вместо моей внучки Снегурочки? Она у меня на каникулах. А что ж не помочь? Конечно, помогу. Только отнесу лукошко домой. Я буду ждать тебя, Настенька! А вот и я, Марфушенька. А где бургеры? Земляника где? Последний бургер медведь съел. А земляничку держи, целая лукошка. Вот, а говорила, что в декабре земляника не растет. Придумщица! Мама, глянь-ка, чего-то у нее! Сапоги! Здоровые сапоги! А ну-ка, снимай! Давай на Марфушеньку мерить! Даже у нас садись, там... садись! Снимай, давай мерить! Матушка, это мне Морозушка подарил, когда я в лес ходила. Ну и что? Давай! Собирайся-ка ты в лес. Точно. За подарками. Да-да. И собирайся и проси все по прескуранту. Нет, хорошо. Ты не проси, ты требуй. Точно. Так, шубу норковую. Шубу? Ой, нет, две. 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 Тебе, мне. Так, путевку в Турцию. Да что там в Турцию, в Испанию. Мерседес проси. Последней модели. Хорошо. Хорошо. Давай, собирайся. Все, моя. Быстрее, поторапливайся. А ты, Наська, иди-ка на стол накрывай. Праздник устроим. Сейчас моя дочка с лесу с подарками придет. Вот будет праздник. А я устала. Пойду-ка я в одноклассниках посижу. Ну и долго я тут сидеть должна. Дома тепло, диван мягкий. Дом 2, вторая серия. А я тут сижу, замерзаю. Ошалел. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Какое там тепло? А ну-ка, давай мне Мерседес! Я айфон, чтоб последней модели был! Что? Что-что? Ты видишь, замерзла я! Шубу давай! Да. Две шубы давай! Мне и мамане! Да, точно отмороженная! Отморозилась? Не видишь? Отдохнуть хочу, погреться! Путевку гони! В Испанию. 5 звезд. Да чтоб все включено. Му-ху-ху-ху. Сейчас я со смеху помру. Это кто, мама?
до фур рогатый боюсь. Ступай домой, девица. Подарки тебя будут ждать дома под елочкой. Прощай, приветливая. Мама, мама, я вернулась. Ой, а где же подарки? Где Мерседес? Где шубы? Старый пень сказал дома. Возле елки ждать будут. Хорошо. Пойдем смотреть. Мама, чего? Дура ты, дура! Где путёвка без мамы? Где же мама? Где дура? Не расстраивайся, Марфушенька. Хочешь, я тебе книжку подарю? Знаешь, какая она интересная? Я ее уже прочитала и тебе советую. А мне пора. Я обещала Дедушке Морозу на время заменить Снегурочку. А вот и я, дорогие ребята. И не один, а с моими помощниками, долгожданными поздравлениями и подарками. Дружите, учитесь, мечтайте. Плохие истории не попадайте. Стремитесь, старайтесь, любите. И жизнь молодую цените, учителей уважайте, родителей не обижайте, и в старую добрую сказку поверьте, хоть вы и большие, но все-таки дети, а подарочки свои я обязательно положу вам под елочку. А я вам желаю учиться на пять и слабых ребят не обижать, быть лучшим примером для младших и слушать советы от старших. Быть добрыми, сильными, смелыми, спортивными в деле умелыми, чтоб вами гордились родители и учителя. Пусть детками добрыми наполнится наша земля. Всех с Новым годом! По зеленым трассам.